ребят, специально для вас Ваня показывает свое HP страшное и чудовищное. Мясо, кому мясо, по заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по ГОСТу, чья-то горька новостей. Мне сказали, что я был невинен. Широчайше. Трицепс. Пресс бедро. Я поезд. Полстанки. Спасибо. Первое сравнение для судьи номер 4. Участники под номерами 34, 224, 231, 229. Просьба подняться на сцену для судьи номер 4. 34, 224, 231, 229. Двойной бицепс, пожалуйста. Давай. Широчайшее. Пожалуйста, широчайшее. Повнимательней. Бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Судьи сдают протоколы, и мы начинаем второй раунд. Произвольную программу под музыку спортсменов. Спасибо. Федор Цимерман, номер 233, Санкт-Петербург. Следующий участник представляет Брянскую область, образ города Брянск. Дюсерша «Торпеда» занимается под руководством Владимира Литвинова на протяжении 3 лет. Вице-чемпион Брянска и Смоленска Георгий Анопочкин, номер 234. Анопочкин? Георгий Анопочкин. Центр бодибилдинга и фитнеса «Прометей» представляет. Зараз уж живет на свете мильний пух, от того поет до летней песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя прикрепиться. Да. Трампара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-пум-пу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 
неспроста. Давай, пошел. Бум, бум. My people, I see you.
Спасибо, Георгий. Бесярина с 97-го года. О, ребят, сейчас выйдет Сергей Миллер, номер 10. Спортсмен, на которого всем стоит равняться. Мужчина во втором раунде с произвольной программой. Я прошу судей сдавать свои протоколы. И мы продолжаем наши соревнования. Мужчины категории до 80 килограммов, 9 участников. Давайте поаплодируем спортсменам. Двойной бицепс, пожалуйста. Широчайшая. Бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшая. Пресс бедром. Спасибо. Давай, Артём. Поаплодируем участникам. Прекрасная форма, великолепная форма у спортсменов. Нам очень приятно видеть их здесь, в Перми. We'll be right back.
Спасибо, Кирилл Малых, номер 247. Следующий участник под номером 248 представляет Иркутскую область. Спортивный клуб «Чемпион». Пилат Евгений, его тренер, начал заниматься 4 года назад. Абсолютный чемпион Иркутска нынешнего года Александр Щербатюк. 248 номер. В этой категории абсолютным большинством судейских голосов Сергей Пилер, номер 237, Пермский край. Мы просим подняться на сцену Евгения Бесярина, тренера-чемпиона. Поздравляем Евгения с успехом и награждаем медалью нашего чемпионата. Евгений Бесярин, главный судья нашего турнира, тренер-чемпиона Сергея Пилера. Широчайшее. Приезжайте сюда, на мою сумку дайте. Скажи, у меня денег на телефоне нету. Все, карта заблудилась. Пусть Санька мою сумку везет, ладно? Бицепс сбоку. Я буду здесь, есть. Двойной бицепс сзади. Все равно, Игорь, вот понятно, там тело, все, эмоции тоже идут. Понимаешь? Широчайшее. Тебя увидели, я должна отпугаться. Трицепс. А он что, потому что нам и перешел, да, что-то там делает? Или наши мозги его я думаю, ваши просто предложили. Пресс бедром. Спасибо. И сравнение для судьи номер один. Я прошу внимания. Большое спасибо спортсменам. Я прошу пройти за кулисы. Напоминаю, что Александр Рябинин получает право бороться за звание абсолютного чемпиона нашего турнира, наших соревнований. Чуть позже мы увидим абсолютное первенство, в котором он примет участие. А сейчас награждение в следующей категории мужчин. Бицепс сбоку. Сашу Кадзоева даже не вызывает на сравнение. Вот он там стоит сзади, скучает от него. Двойной бицепс сзади. Вот Ваня Кочетков в центре. Но, скажем, сравнение за второе, третье, четвертое место. Трицепс. Бедром. Спасибо. Прошу спортсменов занять. Спасибо.
Спасибо. Прошу участников соревнований мужчин до 95 килограммов пройти за кулисы. Приготовиться с выступлением. Спасибо, Александр Кадзоев, номер 260. Пожалуйста. Традиция. Двойной бицепс. Что это из себя представляет этот спортсмен? Всем просто я интересен. Широчайшие. Все, все-таки Водянова ставят. Да. Водянова ставят в центр, он первый. Ну, хороший Андрюха. Бицепс сбоку. Ну, Андрюха, да, нет слов, конечно. Но я думаю, все-таки не поставят его, наверное, первым. Потому что еще двойной бицепс сзади. Ильдар, вот еще сильный спортсмен питерский. Их, наверное, сейчас отдельно будут сравнивать с Коронова и Ильдаром. Андрей, ноги! Твою мать, ну, блядь. Трицепс. Пресс бедро. Спасибо. Я прошу пройти на левый край сцены и присоединиться участникам под номером 200. Смотрим, спросим абсолютного чемпиона Арнольд Классика по классике и России по классике Шмидта, кто, по его мнению, первый. Андрюх, Андрюх. Кто? Первый в категории до 100 килограмм. Что? Вот сейчас 100 килограмм, кто по-твоему первый? Водянов или Скоромный? Водянов. Спасибо. Следующее сравнение. А как же молодежь? 5, молодежь. 270, 273, 68. А молодежь, пожалуйста. Эх, молодежь. 270, да? 273, 68. Вот, а Питер из третьей, наверное. Для судьи номер 5. Ильдар очень хороший. Я полагаю, заключительное сравнение. Думаю, давайте поаплодируем участникам. А Скоромного каким? Вторым больше ставить? Да. Двойной бицепс, пожалуйста. К моему сожалению, видимо, объективно, наверное, да. Хотя скромные, не нравится. Скромные, сочные. Широчайшие. Не, зачините форму Вани. Спасибо, прошу пройти за кулисы. Мы начинаем второй раунд в этой номинации. Мужчины до 100 килограммов. Произвольная программа, которую участники выполнят по порядку. Андрюх! Номеров. Напоминаю, что у нас 11 спортсменов. Андрей, сделай АШП. 11 участников. Специально для вас, ребят, АШП. Красавец! Ребят, специально для вас Ваня показывает свое АШП страшное и чудовищное. Ребят, эта камера не передаст, это очень страшно. Вань, что ты можешь передать подписчикам? Как там это? Будьте веселее, здоровее, сильнее. Не грустите, смотрите каналы. Вот, будьте всеми. Да, будьте всеми. Ребят, наш любимый Аркадий Величко сейчас вам продемонстрирует свои огроменные ножища. Как
расслабиться. Аркаш, сколько ты приседаешь? Ну вот прям такие результаты такие, которыми ты гордишься. Ну 285 было несколько раз. Несколько раз — это 10 подходов. 280 по 5, ребят. Тренируйте ноги. На пятом месте Иван Водянов, номер 276, Москва. 23 балла, результат спортсмена. Еще раз поздравляем его с призом прогресса. А я парень простой, с обычной мечтой. Хочу быть самым большим на свете качком. А кто хочет быть со мной, я не могу. Давай как-нибудь потом. Беспонтовый я парень спокойный. На постой по утрам жую аминокислоты. Расписанный весь день, как уроки по школе. Что как... Спасибо, Владимир Зуев. Володька, точно с мультипауэра так штырит?